Вакцину от коронавируса могут начать применять уже с 15 августа. Сейчас препарат на экспертизе. 12 числа вакцину от COVID-19 зарегистрируют. И в середине месяца она попадет в больницы, сообщают федеральные издания. Речь о препарате, разработанном в научно-исследовательском институте имени Гамалея. Ранее сообщалось, что средство будет доступно только для групп риска – врачей, учителей и добровольцев. Глава Российской академии наук Александр Сергеев отметил, что массовое вакцинирование может начаться не раньше нового года, так как на полноценную проверку препарата потребуется примерно 6 месяцев.